Да. Так, сколько вы вместе на деле использовать? Я, может быть, потом добавлю. Сейчас мне нужно смешать. Самое главное. Я не знаю, я когда специально заработал, привожу на лишку. Увеличивается количество воды или фуру, когда вот ваш технолог будет, скажите ему, на этом пистомете. Я уже сейчас вижу, что да, и на этом пистомете рекомендации такие. Достаточно долго носить на первой скорости, но для большинства вашей продукции нужно будет в два раза такое соотношение. Ну что, я вижу. Все 5% Мука этого с завода, она то туда, то сюда. То хуже, то лучше. Забирает он не очень хорошо в таком качестве. Что? Забирает не очень хорошо. Здесь надо удлинять время замеса на первой скорости. Второй Для выгрузки. Чтобы туда не залазить под несильный орган, включаю трейлерс и чтобы тесто перед человеком выкинуть. Надо будет ножки потом хорошо поставить. Уровень, да? По уровню, уровень. Нет, по уровню полный ровный, по уровню.
Вы же с севера? Да, открывай.